Живописная природа Крыма, но в воздухе витает тревога. Так встречает зрителя новая кинолента братьев Петра и Ивана Шерстниковых и продюсера Сергея Войтенко. Фильм «Дорога к дому» — это не блокбастер, а пища для размышления. В картине поднимаются вопросы духовных и семейных ценностей, добрых взаимоотношений, заботы о близких. «Дорога к дому» уже покорила отечественные стриминговые сервисы и продолжает свой путь на больших экранах. Премьера фильма прошла в Самаре. Я с удовольствием спродюсировал этот проект. Это мой первый опыт как продюсера, именно снять киноленту для меня было всегда мечтой, и наконец-то это сбылась мечта. И плюс я сочинил музыку к этому фильму. Главного героя фильма, батюшку из провинциального города, играет Егор Бероев. Священнослужитель всегда готов прийти на помощь местным жителям. Он с ними и в радости, и в скорбный час. Батюшка узнает о непростой судьбе одной из прихожанок и пытается самостоятельно расследовать запутанное дело. С этого момента в картине в жанре драмы появляются элементы детектива. Кем была эта девушка и почему обратилась именно к отцу Александру? Зрителей ждет грандиозная развязка. Оценка картины в 9,5 баллов говорит сама за себя. Снять такой фильм, который может так отгреметь в интернет-пространствах, в которых в основном люди смотрят такие более подвижные, более экшен такие вещи. Это большой успех, мне кажется, в наше время. Быть там полтора месяца в хитах, там, рядом с голливудскими фильмами. Я думаю, что народу это нужно. Это наше преимущество сейчас, нашего общества, что мы нуждаемся в такого рода истории. Удастся ли священнику распутать клубок событий и чем закончится расследование окутанного мистикой дела, можно узнать в кинотеатрах и на стриминговых платформах. Прокат фильма «Дорога к дому» официально стартовал в Самаре. Андрей Горгуленко, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.